В районе сегодня прошли очередные мероприятия по очистке лесополосных насаждений. Первыми вышли на субботник волинцы, а именно администрации поселения, работники социальной службы Дома культуры. Вдоль дороги в сторону города Майко потрудились сотрудники управления сельского хозяйства. Широкомасштабно получился субботник в майском сельском поселении. В работе по очистке лесополос помимо самих жителей поселка принимали участие и бличепсинцы, администрация поселения и социальные работники. Завершив свой участок, они решили помочь своим соседям. Здесь же работал и коллектив ДЮСШ. Всего участникам субботника предстоит очистить 76 километров лесополос.